День добрый, друзья. Сегодня у нас еще один Optimus 7, модель P710 LG Optimus L7. Вот замена, как вы уже видите, тачскрина. Сильно разбит стекло, матрица, судя по всему, целая. Выключаем телефон. Много времени все это не займет. Вот так выглядит новый тачскрин на данную модель. Не проклеенный, заклеенный пластиком с двух сторон. Снимаем заднюю крышку. Батарею. Карту памяти, если все это стоит. Раскручиваю телефон, вот снимаем вот эту вот заднюю панель, все болты одинаковые. Раскручиваю телефон, пока ставлю на паузу. Итак, я раскрутил телефон на паузе, чтобы не терять время. Снимаем панель, которая осталась держаться на защелках. Сняли панель. Разъем тачскрина. Давайте сразу проверим новый тачскрин. Защитный экран застегнулся нечаянно. Ставим батарею. Застегиваем новый тач, включаем телефон, ждем, пока загрузится. Достаточно новая модель данного бренда 2013 года, где-то середины. Операционная система работает на операционной системе Android 4.1.2, по-моему. Что там еще у него? Двухъядерный процессор у него стоит, куалькомовский, Snapdragon на 1 ГГц. Много, около, по-моему, 4 ГБ встроенной памяти имеет. Вот. Загрузился телефон. Проверяем тач. Ну, вроде работает. Можно менять. Включаем. Включили телефон. Снимаем кабель. Батарею. Стегиваем шлейф нижний, гнезда зарядки, камеру, тачскрин, экран, гнездо наушников. Вот он наш разъем. Снимаем стекло термофеном, выставляем порядка 350 градусов. Я снимаю стекла при этой температуре. Можно и больше поставить, ничего страшного. Нагрели,
снимаем снизу чем-нибудь острым. Я снимаю вот такой вот металлической лопаткой. Будьте аккуратны, когда снимаете, старайтесь не касаться экрана. Сняли стекло, очищаем, снимаем старый скотч, осколки, крошку стекольную, очищаем полностью весь периметр посадки тачскрина. Поверхность должна быть практически идеальной, дабы не было зазоров потом. Таким вот образом . В общем, я ставлю на паузу, пока очищаю вот эту всю поверхность. Вот я очистил всю поверхность полностью. Удалил шероховатости, стекла. Давайте проклеим новый тач. Снимаем пластик защитный. Я проклеиваю вот таким вот скотчем двусторонним. Очень удобный, крепкий, надежный. Сверху удаляем пыль. Чуть-чуть можно приподнять экран, чтобы вставить тач, потому что отверстие очень тонкое. Вот здесь вот я имею в виду вот это вот. Ставили. Прижали. Обязательно проверьте кнопку Home.
чтобы был клик, потому что бывает она западает во время замены. Тачскрина или дисплея. В принципе, все. Начинаем собирать телефон в обратном порядке. Ставим плату. Застегиваем разъемы все. Тач. Кабель. Будьте аккуратны всегда с этим разъемом, он очень хрупкий. Может легко оторваться сам разъем от кабеля. Обращайте внимание. Без особых усилий. Ставим заднюю панель. Кнопку. В общем-то и все. Закручивайте болты, собирайте заднюю панель. Всем спасибо за внимание. С вами был Дов. У меня в руках LG Optimus L7. Подписывайтесь на наш канал и всем удачного дня. До свидания.